А может быть его вообще выкинуло. Он как увидел Чогала, сразу ливнул. О, блядь. Зулнах. Меня что-то выкинуло из скайпа. Ну что, будем делать грязь? Боже, сука. Так закуску несешь. Было бы прикольно, если бы не ульта какая-нибудь была, чтобы он кидался этой. У нас ноль зергов. У нас ноль зергов. Сверху не было захвачено, вот и все. Да. Да. Ебать, он сам как-то шевелится. Чугал этот, Лёха там что-то кнопки нажимает, Чугал сам прыгает. Да. Добили Жетус. Там только пингуйте, если там уходит оттуда, да, чуваки? Если нас тут не приняли. Ты чё, Гэлла, наверное, опыта дают бешеное количество. Единственное, надо вот чё, вот это вот бахнуть и все. А ты можешь, Лёха, пулять, когда я на лошади? Да. Вообще просто... читерство. Вот видишь? Oops.
То есть я могу просто рядом с ними бегать, и ты их будешь не стрелять. Охуеть. Охуеть. Не говори. Поставили тут крестик на могилку нашу. Они что, с первыми зергами все? Нет, это вторая уже волна. На цитадели? Как это вторая? А, да, первая. Сейчас попробуем с лошадью побег. Удачи. Вот педрилина же какая. Еле ушли. Так ты какую эту ульту будешь брать? Вот сука! Почему я не вижу? А тебя обычно видишь, когда она исчезает. Ой, блядь. У них валира нет. Они захватили.
Ольха, ты прижимаешь там, да, чтобы урона было больше? Угу. Ты когда ее прижимаешь, у меня минус это... Я ее не жму. А почему я ее тоже прожать не могу тогда? Нажимаешь. Если я ее прожму, у тебя будет минус 25% хп. Ай-яй-яй-яй-яй, fucking shit. И столько врагов убито, ничего себе! А? Враг напал на Вот тварь, а. Я тебя вижу. Thank you.
Он сверху, сверху, сверху. Вот здесь был. Вот здесь это где? Слева, справа? Слева, слева. Да, 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 да. О, еще. Протянуть кого-нибудь? Или мы здесь одни? Мы здесь одни. ДХК. Нет, 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 нас примут. Захватим этот лагерь наемников. Они прочекали, что здесь никого нет. И теперь мы сюда пришли. Это честь. От меня не уйдешь, блядь. Даже если захочешь. У меня две головы. Охуеть. Мобы. А почему не сказали, что, блядь, на вашу цитадель напали? Так вот я и спрашиваю, я не слышал, чтобы она кричала.